Доброе утро, уважаемые коллеги, вижу, что многие уже отписываются, из каких они городов. Я предлагаю продолжить это для того, чтобы понять, что мы видим, слышим друг друга и можем говорить о сегодняшней нашей теме. Я вижу с нами Воркута, Якутия, Таганрог, Волгодонск, Черкесск, так, Коми, так. Кто еще? Вот Нижний Новгород, вижу, Анна с нами. Еще несколько человек напишите, для того, чтобы мы понимали, что мы видим, слышим друг друга. И что со связью все хорошо, и мы можем говорить о сегодняшней нашей теме. Так, добрый вечер из Уссурийска. Вот видите, у нас утро, у вас уже вечер, вы ближе к выходным, чем мы. Так, кто еще? Доброе утро из Брянска нам прилетает, отлично. Я думаю, сейчас еще коллеги отпишутся. Я думаю, что еще участники у нас будут постепенно приходить. Тема у нас сегодня интересная. Это практический прием работы в разноуровневой группе во вторых и 11 классах обучения английскому языку. А в рамках этой темы мы с вами поговорим, кто же такие у нас разноуровневые группы, кого мы будем считать этими разноуровневыми группами, что можно делать, соответственно, в этих разноуровневых группах. И во многом это все будет связано еще, конечно же, с работой, в принципе, в больших группах. И давайте, наверное, сразу я вам задам вопрос. Скажите, пожалуйста, у кого какое максимальное количество учеников в группе по английскому языку? Да, вот у меня максимальное было, если память не изменяет, 19 человек. Это уже достаточно много. Так, 15, 18, 11 пишут коллеги. 23, вот 23 это вообще уже очень много. 24, это, видимо, весь класс, 24. Так, 23. Пишите, не стесняйтесь. Вот Наталье повезло, 11 человек, это вообще такая замечательная, такая кулуарная группа получается. С методической точки зрения тоже верное число, то есть от 6 до 11, такое нормальное количество учеников в группе. Так, ну пока что 24 самое большое. Да, ну вот в таких случаях, конечно же, нужно и в принципе, когда уже больше 15, можно смело использовать те приемы, которые я сегодня покажу, они будут очень хорошо вам помогать. Так, ну что же, так, привет из Архангельской области. 29 человек, весь третий класс. Ужас, 29 человек это очень, конечно, много. И тогда, конечно же, нужно применять те приемы, о которых мы сегодня поговорим. Также эти приемы, конечно же, подойдут для разноуровневых групп, но об этом мы сейчас с вами как раз. Итак, какие группы можно считать разноуровневыми? Это группы с разным уровнем подготовки учащихся. То есть, казалось бы, у нас с вами там 11-15 человек, но в этой группе у учащихся очень сильно разнится уровень подготовки. В таких случаях, конечно же, нужно дифференцировать и, конечно же, нужно считать эту группу разноуровневой. Вот Наталья пишет 28 человек. Очень много. Группа, включающая учеников, изучавших другой иностранный язык, такое тоже бывает обычно так, где-то класса с 5 с 6, когда приходит ученик или ученица, которые, например, изучали французский или немецкий, а в вашей школе таких возможностей нет, и они идут к вам на английский язык. Конечно же, говорить о той же уровне подготовки, о прохождении, скажем так, программы на том же уровне, что все остальные ученики, не приходится. Группы, в которых учатся ученики с УВЗ, конечно же, там тоже нужно применять разноуровневый подход, поскольку что-то они будут не успевать сделать, что-то им будет сделать сложно, поэтому само собой. Класс комплекта тоже такая отдельная история. Скажем так, наша с вами реальность и действительность, когда сажают, например, вместе на английский язык второй и четвертый класс, да, там учащихся будет, скорее всего, немного, и в итоге их там будет максимум 12-15 человек, но тем не менее нам нужно за один урок провести фактически два урока, когда у нас сидят и второй, или, допустим, с третьим классом, или там третий, четвертый класс. Есть целая методика, как соединять эти группы. То есть тоже такое
такая сложная задача, которая стоит перед нами с вами. Может быть, кстати, кто-то из вас есть, у кого есть класс комплекта, это чаще всего происходит в сельских школах, в таком случае обязательно отпишитесь. Так, ну что же, с какими трудностями вы сталкиваетесь при работе с разноуровневыми группами учащихся? Напишите, пожалуйста, это вопрос, соответственно, к вам. Какому виду речевой деятельности сложнее всего обучать в разноуровневых группах? Какие приемы помогают вам при работе с разноуровневыми или большими группами? Напишите, пожалуйста, об этом в чат. Поделитесь своим опытом, очень интересно. Я думаю, не только мне, но и всем остальным коллегам, поэтому не стесняйтесь, пишите. Это, собственно говоря, очень важно. Это поможет, с одной стороны, нам с вами узнать, какие у нас с вами есть проблемы, а с другой стороны, это поможет и мне, для того, чтобы мы понимали, собственно говоря, на чем стоит сфокусироваться в первую очередь и очень внимательно. Анна пишет, разный уровень владения языка. Конечно же, да, серьезная такая проблема. Забыл сказать, вопросы можно выбирать те, которые вам нравятся, ближе по душе, отвечать там, сначала на вопросы из конца, потом из начала, то есть как вам удобно. Так, вот Анна пишет, разный уровень владения языка. Да, действительно серьезная такая проблема, когда у нас программа и учебник рассчитан на такого среднестатистического ученика, который более-менее хотя бы освоил все то, что было в предыдущие годы. И тут у нас появляется ряд учеников, у которых там, в 7 классе уровень владения ученика 3 класса или того хуже. Да, в таком случае это сложно проводить занятия, потому что, с одной стороны, их жалко, и хочется как-то им помочь. С другой стороны, мы не можем из-за них разворачивать всю программу вспять. Вот Елена пишет, несколько человек знает очень хорошо и активно, все остальные либо пассивно, либо вообще не интересуются языком. Так, Ольга Юлина пишет, часто приходится соединить классы из разных параллелей в связи с изменением расписания. Да, тоже частая проблема, в конце будет такой интересный прием, который как раз поможет в этом случае. Сложнее всего письменная речь. Угу. Так, еще какие комментарии будут? Да, вот тоже очень частая проблема, вот, которую Елена затронула, когда часть класса активны, хорошо занимаются, остальные приходят, скажем так, отбыть номер. Да, действительно такая серьезная проблема. Тоже сегодняшний прием, который я вам покажу, помогут разобраться. Вот, Елена пишет, групповая работа или парная работа хорошо помогают. Да, мы сегодня об этом тоже поговорим. Это про обучение в сотрудничестве. Действительно, во многом эти приемы хорошо выручают, особенно когда, и помимо того, что группы разноуровневые, они еще и получаются большими, там по 20 и больше человек. А умным и способным детям, пишет Валерия, иногда требуется больше времени для выполнения программы, а шустрые и безразличные к языку запоминают с урока, и им становится неинтересно. Да, тоже это, соответственно, когда у нас есть ученики, к которым нужно применять разные подходы, нужно давать разное время, нужно кому-то давать дополнительные задания, кому-то, наоборот, давать время выполнить качественно те задания, которые были даны ранее. Это, конечно же, также добавляет трудностей. Так, вот у нас постепенное количество участников прибавляется. Я думаю, что, может быть, еще пару человек что-нибудь интересного напишут, и мы после этого уже пойдем дальше. Так, пишите, не стесняйтесь. Так, вот про классы из разных параллелей. Да, тоже такая проблема присутствует, когда меняется расписание, кто-то уходит на больничный, мы выясняем, что это будет там не 1, 2, 3 урока, а, допустим, уже 2 недели. А в таких случаях, да, тоже появляется сложность, потому что не хочется запускать. Или же, например, из-за того, что кто-то заболел, вам начинают давать ваших же учеников, но из разных классов, тогда тем более не хочется упускать возможности их обучить. И, конечно же, это вызывает ряд трудностей. Потому что когда мы заменяем 1, максимум 2 урока, там, понятное дело, мы можем, и тем более не в своей группе, мы можем там включить кино или дать какие-то простые задания. Ну и, собственно говоря, этим ограничиться. Когда же у нас идет такая серьезная уже работа, когда
Действительно, это либо наши группы соединяются, либо их становится, либо эти замены происходят очень часто. И подсоединение, допустим, к другой нашей группе, к нашему классу, то уже время терять не хочется совершенно. Хорошо. Итак, трудности организации работы в разноуровневых группах. Это проблемы с дисциплиной на уроке, потому что, конечно же, когда у нас с вами 11-12 человек, дисциплину худо-бедно мы с вами можем наладить, если это не какие-то супер уникальные учащиеся, которые талантливо срывают уроки. Когда у нас 15 человек, мы еще все еще можем наладить, но это уже сложно. А когда 20 и больше человек, если у нас ее хоть немножко нет, то ее нет в принципе. Неприспособленность классного помещения, конечно же. Когда, например, у нас с вами идут небольшие классы пенала, а нам пытаются вручить группу большего объема, чем может вместить данное помещение. Мы идем, соответственно, в чей-то чужой кабинет, который вообще не приспособлен для наших с вами занятий английским языком. Или же, когда кабинет просто маленький, мы не можем, допустим, развернуть порта островками для того, чтобы поработать в сотрудничестве или елочкой. То есть, я думаю, вы знаете, что есть разные такие компоновки, когда мы можем более эффективно построить работу группы. Организация работы требует много времени. Когда мы, например, учим их работать в сотрудничестве или учим их работать, в принципе, в большой группе по той или иной схеме, то, конечно же, организационный момент съедает достаточно много времени. В определенный момент у нас с вами могут опуститься руки, но тут нужно, что называется, набраться сил, смелости, терпения, характера и довести эту организационную работу до конца, иначе все пойдет на смарку. Требуется дифференцировать материал по уровню сложности. С этим тоже бывают трудности, когда у нас с одной стороны стоит программа, ВГОС, остальная бюрократия, но с другой стороны стоит реальные задачи, которые нам нужно выполнять. И когда мы понимаем, что там, допустим, 5 учеников могут идти по программе, еще 5-6 учеников у нас с вами не справляются с программой, им нужно наверстывать упущенное, они наконец-то, допустим, взялись за голову или мы с вами придумали, как им помочь. И, например, когда у нас с вами есть еще там 4, может быть, 3 человека, которым нужны все время дополнительные задания, потому что им становится скучно, потому что они очень сильно уходят вперед. Ставим задачи. Какие можно поставить задачи в разноуровневой группе, вообще в любой группе, скажем так, глобального характера, может быть, отчасти организационного характера. Во-первых, за урок опросить всех учащихся. Это та мечта, которую, я думаю, что многие из вас разделяют вместе со мной. Когда у нас на уроке нет учеников, которые бы не были бы опрошены, не были бы ни в чем задействованы, никоим образом не проверены. И согласны или не согласны, напишите, пожалуйста, об этом. Дать новый материал, само собой, то, что мы новое проходим, чтобы учащимся было усвоено. И проверить усвоение нового материала. То есть, опять-таки, возвращаемся к опросу, но уже с целью того, чтобы понять, воспринят этот материал учащимися или нет. Если есть какие-то дополнения, тоже напишите, пожалуйста, об этом. Время у нас с вами есть, поэтому не стесняйтесь, я с удовольствием прочитаю, подискутирую, если это того требуется. Так, я пока пойду дальше. Пути решения проблемы. И тут перед нами с вами белый лист. Почему? Потому что универсального метода, конечно же, нет. Есть ряд приемов, которые могут помочь, могут не помочь, если они не близки вам, эти приемы. Возможно, их нужно будет как-то интерпретировать. Опять-таки, они могут быть не близки вашей группе и, соответственно, тоже вызывать сложности, либо отнимать очень много времени на организационные моменты. Но, тем не менее, то есть получается перед нами с вами огромное множество. Потому что, конечно же, я расскажу сегодня не обо всех приемах, которые можно использовать, а того, что можно использовать как путь решения проблемы, но, тем не менее, какого-то универсального золотого сечения, золотого ключа к решению этой проблемы, к сожалению, нет и, скорее всего, не будет, потому что чем больше у нас
учеников в группе, чем больше, чем более разными они у нас с вами являются, и вплоть до разноуровневой группы, тем индивидуальнее приходится с вами приемы и пути решения той или иной проблемы. Итак, какие приемы мы с вами сегодня рассмотрим и о чем поговорим? Это использование обучающей структуры Take-Off Touchdown, внедрение игротехники в структуру урока, обучение в сотрудничестве, о котором мы сегодня с вами уже в чате немножко говорили, ролевые игры проблемной направленности, конечно же, дискуссии, метод проектов, деление хода урока, такая тоже интересная история, как-то мне говорили коллеги, они применяют подобный метод, портфель ученика, использование дополнительных материалов и циклическое планирование уроков. Обо всем этом в той или иной степени мы с вами поговорим, и я бы даже сюда вот, пока сейчас с вами общался, добавил технологию перевернутого класса, тоже очень интересная история. Кратко о ней как раз сейчас расскажу. Значит, вся суть в том, что мы теоретический материал даем изучить на дом, даем какие-то дополнительные материалы, чтобы они разобрались в теме, а выполнение упражнений, допустим, и выяснение того, насколько хорошо они поняли, что же было у нас в теоретической части, допустим, какой-то грамматическое правило или еще что-то, они выполняют в классе. То есть домашним заданием являются какие-то теоретические знания, а то, что мы выполняем какие-то упражнения в домашней работе, мы делаем в классе. Да, вот перевернутый класс. Такая у нас с вами есть еще технология, которая, возможно, тоже вам будет близка. Очень много написано об этом в интернете. Обязательно посмотрите, почитайте. Ну что ж, давайте о тех приемах, которые я здесь указал. Итак, начнем мы с использования обучающей структуры Take-Off Touchdown. Это встать, сесть, обучающая структура для получения информации о классе. Кто решил задачу одним способом, двумя, тремя. А также поможет нам с вами, если нам требуется познакомиться с классом или аудиторией. Я эту структуру использую очень часто на семинарах, когда, ну не прошу, конечно же, не прошу встать. Я прошу поднять руки, если, допустим, кто-то работает до 5 лет, от 5 до 10, от 10 до 15 лет. Что это дает? Просто так, на примере. Сразу мне становится понятно, на чем стоит сфокусировать свою работу, какие термины имеет смысл не объяснять подробно, потому что они хорошо знакомы классу, какие, соответственно, приемы и примеры из практики приводить, соответственно, которые будут актуальны либо не актуальны данной аудитории. Это все очень хорошо помогает в работе. Как использовать в классе? Значит, данная структура может быть использована как проверка готовности к уроку, когда мы проверяем, все ли они принесли то, что необходимо, причем в быстрой форме. Нам не нужно ходить по классу, чтобы это выяснить. Введение новой темы, лексики, конечно же. Получение информации о выполнении домашнего задания. Когда мы задаем какие-то дополнительные вопросы, которые помогают нам с вами выяснить, выполняли они или нет домашние задания, проверка усвоения лексики и получение информации о классе как для учителя, так и для учеников друг от друга, невербальная социализация. Давайте посмотрим чуть позже на примере, а пока что такой теоретический пример. Значит, например, проверить готовность к уроку можно просто визуально, а можно сказать: stand up if you're a person who has or doesn't have a book and have a new or unusual pen or exercise book, show everybody a vocabulary, etc. Да, то есть, когда они нам показывают те предметы, которые им нужны для урока, в начальной школе, соответственно, возможно, даже в средней. Таким образом, мы узнаем, насколько хорошо они знают эту лексику, которая им необходима в социально-бытовой схеме, сфере общения в школе. И, соответственно, заодно узнаем, насколько они хорошо готовы к уроку. В New Millennium English для 7 класса учащиеся, например, проходят различные виды одежды, да, уже подвиды, в данном случае различные фасоны джинс.
Соответственно, какие вопросы мы можем задать учащимся, чтобы проверить, насколько хорошо они запомнили новую лексику или, допустим, выполняли домашнее задание? Stand up if you're a person who likes wearing stone-washed jeans. What does it look like? Да, это уже дополнительный вопрос, на который уже потребуется развернутый ответ от тех, кто встал. Одного, может быть, двух, максимум трех. Notice the difference between baggy jeans and flare jeans. Опять-таки можно задать дополнительный вопрос, чем же они отличаются, как они выглядят. Wants to be a gold miner. Да, там есть такой вопрос. Здесь такое словосочетание «золотоискатель». Да, и, соответственно, мы, вот, например, узнаем, насколько хорошо они понимают данное выражение. И, опять-таки, кто-то, возможно, пояснит, кто же такой «голдмайнер». Так мы узнаем, насколько хорошо они усвоили лексику, которая у нас здесь указана, насколько хорошо они запомнили. И раз они ее запомнили, значит, они явно выполняли домашнее задание. Дальше можно уже кратко выяснить о том, ответы, да, по домашнему заданию. Take-off touchdown развивает различные универсальные учебные действия. Такие как личностные универсальные учебные действия, это так, как способствует самоопределению мотивации учения, чтобы не стать объектом обучения, не понимающим смысл задаваемых вопросов. Смысл образования развивает умение находить ответ на учение, оценивание усваиваемого содержания. Познавательные, поскольку способствует поиску и выделению информации, построению логической цепи рассуждений. Коммуникативные, поскольку происходит коммуникация, идет восприятие информации на слух. Регулятивные, так как развивает самоконтроль и приводит к пониманию того, что уже усвоено, а что еще подлежит усвоению. Способствует обнаружению отклонений и отличий от эталона, оцениванию собственной учебной деятельности и деятельности одноклассников. То есть, опять-таки, у нас с вами ряд плюсов имеется. Также поможет нам с вами внедрение игротехники в структуру урока, то есть, когда мы внедряем различные игры. Я вам сегодня приведу примеры трех игр. Это игра «Шаги», адрес электронной почты и зашифрованное слово. Как вы знаете, игр огромное количество, их можете придумывать сами, вы можете в них играть с учащимися. Все это будет, конечно же, полезно в работе. Игра «Шаги». Ученики становятся у дальней стены классной комнаты. Учитель показывает написанные на доске слова. Учащиеся по очереди называют слова по буквам, если верно, то делается шаг вперед. Как работать, например, в большой группе и в разноуровневой группе применительно к этой игре. В разноуровневой группе вы группам, у которых уровень подготовки слабый, даете, например, подсказки, даете слова покороче, попроще. А в тех подгруппах, малых группах, которые сильнее учащиеся, вы даете, соответственно, слова сложнее и не делаете подсказок. А в большой группе и, опять-таки, в разноуровневой группе имеет смысл разделять учащихся, например, по 5 человек. Когда кто-то у нас выполняет задание письменное, а кто-то играет в этот момент там 5 человек в игру, для того, чтобы это не превращалось в бесконечность. Также, конечно же, будет полезным каким-то образом изменять правила, например, когда не каждый называет слово по буквам, а каждому достается свое слово, то есть дается, например, максимум 3 попытки или 4 попытки, да, ну, 4 шага, 5 шагов, например. Все это поможет нам с вами модернизировать такую простую игру под свои задачи и цели. Что еще важно, вот на примере этой игры хочу отметить. Очень важно, чтобы любая игра, которую вы проводите, была простая в проведении для вас. Если вы понимаете, что вам сложно понять правила, если вам сложно провести какую-либо игру, то не имеет смысла ее брать, потому что в таком случае вам сложно будет контролировать процесс. Ну и учащимся тоже будет сложно, потому что если игра слишком, скажем так, простым языком перемудренная, то у них очень быстро пропадет интерес, либо они сразу не поймут условия и правила, и, соответственно, будет сложно работать в заданных условиях.
Игра, адрес электронной почты. Тут есть две версии. Можно на примере Мили для 4 класса произнести адрес электронной почты условно по телефону. То есть, когда один ученик произносит адрес электронной почты, а второй на условном другом конце провода должен, соответственно, этот адрес записать. Очень хорошая такая реалистичная игра, частая ситуация, которая у нас возникает в жизни, заодно повторяет и алфавит. Другая версия этой игры, когда они просто произносят свой адрес электронной почты по буквам. Но первый вариант мне, честно говоря, нравится больше. Игра «Зашифрованное слово», когда мы даем шифр. Я, например, предлагаю на примере happyenglish.ru для 5 класса зашифровать слова из домашнего задания, которые необходимо будет ставить. Да, это упражнение «Б». Цифрами, соответствующими порядку числу в алфавите. И когда, соответственно, учащиеся у нас с вами могут быстро их расшифровать, соответственно, мы можем быстро понять, что они понимают, о чем идет речь в домашнем задании, что они выполняли. Например, я здесь специально зашифровал самое длинное слово, которое было в домашнем задании. Они могут банально даже догадаться, о каком слове идет речь. И это сразу нам подскажет, что они выполняли домашнее задание, то есть большая часть. Так мы поймем, делали его большая часть класса или не делали. Обучение в сотрудничестве. Отличительные особенности – это взаимозависимость членов группы, личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи в списке своих товарищей и общая оценка работы группы. То есть, получается, какие у нас с вами плюсы? Во-первых, то, что учащиеся взаимодействуют – это плюс. А второй плюс – это то, что слабым ученикам будет оказана помощь от сильных учеников. Потому что, конечно же, группы такие малые нужно формировать изначально при помощи нас с вами, для того, чтобы там был и сильный, и средний ученик, и слабый ученик. И есть, соответственно, один минус, то, что у нас идет общая оценка работы группы. То есть, какую мы оценку поставили всей группе, такую мы поставим всем ее участникам. В этом тоже есть плюс и минус. С одной стороны, плюс то, что слабые ученики, особенно если мы будем все это как следует контролировать, будут следить за тем, чтобы сильные будут следить, чтобы слабые тоже выполняли задания. С другой стороны, у слабых появляется мотивация что-то изучить, спросить у более сильных своих одногруппников для того, чтобы помочь группе и не ударить своей малой группы грязью в лицо. Итак, да, группу надо организовывать так, чтобы слабый не выезжал на сильно. Смотрите, как это сделать. Очень хороший комментарий от Елены. И действительно, это так, троечники, а тем более двоечники, всегда пытаются, скажем так, каким-то образом паразитировать на чьих-то знаниях, можно даже так сказать, выражать биологическим языком. Да, и, соответственно, на их знаниях выехать с сильными. Что можно сделать для того, чтобы этого избежать? Вы должны для себя поставить задачу в первую очередь спрашивать слабого учащегося. Как они обычно поступают? Они пытаются что-то немножко формально сделать и дальше срастись с природой, стать супер незаметными для того, чтобы их не спросили. Если же вы их спрашиваете и они отвечают, то, соответственно, можно ставить хорошую оценку. Если он вообще ничего не понимает, поверьте, он тем более устно ни за что не ответит, не пояснит. И, соответственно, вы из этого можете сделать вывод. Это, допустим, будет снижать ответ группы на целый балл. В таком случае, в итоге, в теории, опять-таки, на практике может быть по-разному. Они останутся в безвыходной ситуации, им придется максимально хорошо готовиться к этим ответам. Они будут понимать, что, скорее всего, вы в первую очередь спросите именно их и стараться работать и, соответственно, не просто потреблять знания от своих более активных и трудолюбивых одноклассников, а впитывать эти знания в себя, соответственно, мы своей цели достигнем.
Работа в микрогруппах по 3-4 ученика. Больше смысла группы делать нет, но максимум может быть 5 учеников может быть. Дальше это, конечно же, в любом случае превратится в балаган. В каждой группе, конечно же, должен быть сильный, слабый и средний ученик. Одно общее задание. Это просто само собой. Если у них задания разные, то, соответственно, уже возникают сложности. Может быть, случится так, что у них будет одно большое общее задание, которое будет включать какие-то малые задачи. И, соответственно, тогда они могут распределить свои усилия, а затем обменяться мнениями для того, чтобы восстановить всю картину в целом. Роль для выполнения этого задания дети распределяют сами, либо с подсказки учителя. Сначала мы им подсказываем, как распределить работу в малой группе, а потом уже они это делают сами. Каждый ученик отвечает за результат и своей работы, и всей группы. Оценивать можно и усилия учащихся, и личный прогресс каждого. Оценка идет, как я говорил, одна на всю группу, и учитель сам выбирает, кто из группы отчитается за задание. Это самый важный момент, потому что в первую очередь у нас должны отчитываться слабые и средние ученики, и только потом мы уже имеет смысл опрашивать сильных учеников. Опять-таки, сильным ученикам можно задавать какие-то дополнительные вопросы. Модель вертушка. Состав группы у нас идет 3 человека. Вообще, хочется сказать, что у нас при обучении сотрудничества есть несколько различных моделей, которые вот сейчас мы как раз с вами и разберем. Состав группы по методике должен быть такой: сильный, средний, слабый ученик. Данная модель предполагает проговаривание, объяснение, текущий контроль со стороны группы, потому что они все отвечают за то, чтобы получить хорошую оценку. Когда имеет смысл применить? Например, когда у нас с вами есть большие тексты, и, соответственно, мы не можем прочитать их всех полностью, у нас нет на это времени. Соответственно, мы идем по моделям вертушка, и у нас учащиеся работают каждый со своим вопросом, потом делятся мнениями. Сильный поясняет, если слабый ученик ответил неправильно, или же средний поясняет, для того, чтобы у всех сложилась общая картина, и чтобы она сложилась правильно. Модель пила. Это учебный материал. В таком случае учебный материал делится учителем на фрагменты, логические или смысловые блоки. И каждый член группы получает свой фрагмент. Затем происходит встреча экспертов по определенному фрагменту из разных групп. Вот так она выглядит схематически, когда у нас с вами учащиеся работают каждый над своим вопросом, потом они встречаются с учащимися из других групп, которые также занимались этим вопросом, выясняют всю подробную информацию, обмениваются и возвращаются в группу. По возвращении в группу, я сейчас буду со стрелочкой, вот этот, например, первый рассказывает свой уже экспертный ответ, потому что он встретился с другими участниками, которые занимались этим вопросом, рассказывает всем остальным, что же такого важного он выяснил и узнал, и, собственно говоря, какой правильный ответ. Очень хорошая модель, очень хорошая идея, и она хорошо помогает как в разноуровневой группе, поскольку у нас каждый учащийся получает меньше задания, так и в большой группе, когда у нас учащийся быстрее выполняет задание, потому что оно немножко в сокращенном виде. И, соответственно, мы большее количество учащихся можем спросить, опросить, проверить по данному заданию. Модель пила хорошо подойдет там, где у нас есть длинный текст, как, например, в New Millennium English для 9 класса, и есть вопросы, на которые требуются ответы. Это, например, задание 2, где нам говорится «Listen and read the poem below and answer questions». Соответственно, каждый разбирает себе по одному вопросу, очень внимательно его рассматривает, обдумывает ответ и уже после этого заявляет всем остальным учащимся верный ответ на данную задачу. Еще один пример по модели пила, когда да, вот у нас есть энное количество текстов, которые нужно разобрать, с которых нужно выполнить вопросы. Да, вот, например, здесь 7 вопросов. Здесь просто задание на аудирование. Соответственно, в таком случае мы можем более качественно
и быстрее опросить группы, и точно у нас не будет учеников, которые будут просто сидеть и отбывать номер. Также можно поступать, в принципе, и с большими текстами, где есть, опять-таки, вопросы, либо какие-то задания, когда у нас каждый занимается каким-то своим, одним, максимум двумя вопросами. Ролевые игры проблемной направленности. В отличие от дискуссии, учащиеся проживают ситуацию, принимая на себя роли персонажей, попавших в различные жизненные ситуации. Задания должны присутствовать. Во-первых, проблемная ситуация. Если нет никакой проблемы или проблемы не актуальны для данной группы учащихся, для данного возраста, то такие ролевые игры нам провести не удастся. Наличие распределения ролей и в идеале еще и должна быть легенда ролей, для того, чтобы учащимся было проще сориентироваться и занять правильную позицию в своей роли. Сюжет ролевой игры, когда у нас коротко, например, написано, что это кончится, там, не знаю, смертью одного из героев, или же это будет описано, что один у нас будет занимать очень строгую такую позицию, другой должен придерживаться вот этой позиции. Это все облегчает задачу учащимся, проще, понятнее, какие идеалы они должны отстаивать и каких целей добиться. Наличие общей цели группы, цели, да, и много альтернативности решений, конечно же, когда они сами определяют, какой будет исход или какова будет развязка. Так, например, можно использовать ролевые игры, предложенные в учебниках New Millennium English, так как здесь, в пятом классе, где мы играем в Time Travel, и задание дается такое. You are going to be time travelers and visit different times and places in a time machine. Дальше дается инструкция, что необходимо сделать. Make up groups of four, read the role cards and choose your roles. Да, то есть мы читаем карточки, каждый выбирает сам себе роль, определяется, кем он будет, и, соответственно, в дальнейшем выполняет они все задание у вас у доски. Также очень полезным будет проведение дискуссий, но здесь есть некоторые организационные моменты и подводные камни. Какие подводные камни можно тут определить? Первое. Это, конечно же, организационные моменты. Очень многие у нас с вами учащиеся считают, что дискуссия – это та полемика, которая происходит по первым трем, четырем федеральным каналам, когда каждый друг перекрикивает, фактически занимается горлопанством. Это уже немножко другой формат. Да, это тоже описано в науке, это называется полемикой, но к дискуссии не имеет никакого отношения. Поэтому имеет смысл объяснить им, во-первых, на примере, в чем разница того, что происходит на телевизоре и пытается называться дискуссией, от реальной дискуссии. А дискуссия – это деловой обмен мнениями, требующий объективного подхода. Каждое высказывание должно быть подкреплено фактами. Если таких фактов нет, то зачем это высказывать? Обсуждение следует предоставить каждому участнику возможность высказаться. И каждое высказывание позиции должны быть внимательно рассмотрены всеми участниками дискуссии. Вот, соответственно, вот это мы должны объяснить ученикам и должны, например, разработать правила дискуссии. Это тоже очень хорошо помогает. Дискуссии могут быть и по мозговому штурму, то есть когда мы определяем, что у нас входит в понятие одежда, или же мы, допустим, расширим эту дискуссию, скажем, что нужно носить в летнее, осеннее, зимнее время года, что будет самым главным, и, соответственно, дальше мы уже дискутируем, является это главным или не является это главным. Например, скаф. Насколько он актуален зимой, осенью, является он обязательным атрибутом или же, в принципе, без него можно обойтись. То есть тут главное дальше задать правильную тему дискуссии, актуальную для учащихся. Есть такие развернутые дискуссии, например, в New Millennium English для 7 класса мы можем встретить задание, которое нам предполагается на выполнение целый урок. Тема очень острая, очень такая животрепещущая, особенно в 7, 8, 9 классе. PE should be an
Everyday School. То есть дальше мы опять-таки видим, что у нас есть схема о том, как стоит говорить, какие-то дополнительные комментарии, которые помогут нам выполнить данную задачу, и упражнение, которое поможет нам понять, что же для вас является физкультура. Чем же точнее? Метод проектов. Также очень важный, хороший прием, который можно замечательно использовать, например, и в начальной школе, и можно его использовать и в средней и старшей школе. Опять-таки, сразу мы видим, что метод проектов включает в себя обучение в сотрудничестве, то есть мы можем не слушать, там, я не знаю, сколько было, 28, по-моему, писали, 28 проектов примерно об одном и том же. Мы можем попросить сделать групповой проект, если у нас 28 человек, это, конечно, все равно много, но у нас получится порядка по 5 человек, 5-6 групп. То есть это уже выслушать реально, то есть мы, они понимают, что эти проекты будут опрошены, например, за 2 урока. И также мы с вами таким образом можем помочь им распределить роли, чтобы каждый был занят, и чтобы не случилось такого, что кто-то просто для числа находился в этой малой группе. Также в метод проектов и проектную деятельность будут входить методы исследовательской работы, дискуссии, эвристические беседы, мозговые атаки, рефлексивные атаки, ролевые игры, поисковая деятельность, научный метод. Все это будет входить в метод проектов. Вот Елена Татьяна Васильевна пишет, метод проектов – прекрасный метод и чаще всего используется на уроках. Да, но часто бывает, что мы его используем в индивидуальной работе. Я же предлагаю его попробовать именно как использовать как обучение сотрудничества в малых группах для того, чтобы и с одной стороны себя не утомлять проект, проверкой примерно одного и того же в 25, количестве 25 разов, да, с другой стороны для того, чтобы учащиеся могли качественно поработать. Метод проектов, например, есть у нас с вами в предметном портфеле ученика 3 класса Алены Евгеньевны Козеичевой, где нам задается ситуация, которая крайне актуальна для третьеклассников. Birthday party planner, где мы прописываем дату и время, где мы прописываем список гостей, где мы прописываем список подарков, какие-то описания, активности. И, собственно говоря, у нас так составляется полноценный портрет того, как же можно провести birthday party. Также метод проектов. Что интересно, в New Millennium English, например, для 9 класса, помимо проектов, есть шпаргалки для нас с вами, для учителей о том, как провести проект. Вот, пожалуйста, сейчас покажу это Preparation Number One. Что необходимо для этого, какие задачи ставятся. Все это, конечно же, крайне важно. Также метод проекта. Давайте посмотрим. Вот он у нас с вами пример. Ученикам тоже дается схема того, как нужно проводить правильно дебаты, как нужно проводить дискуссии. Даются советы о том, как сделать эффективную презентацию, как правильно защитить свой проект. Все это у нас с вами, конечно же, есть. Метод проектов у нас присутствует не только в New Millennium English, но и в Mili и happyenglish.ru. Так, например, в 7 классе нам нужно описать, вместо того, чтобы писать сочинение о том, как я провел свое лето, и ответы читать «я был у бабушки и смотрел телевизор, that's all», попробовать выполнить интересный проект, где нам нужно выбрать одну фотографию из нашего летнего путешествия и, собственно говоря, прокомментировать ее, почему мы решили сфотографироваться, почему мы, собственно говоря, решили показать именно эту фотографию всем. Я думаю, что такой проект также будет крайне интересен, особенно в 7-8 классе. Так постепенно мы дошли до очень интересного приема, который я тоже использовал на практике, деление хода урока. Пришел я к
такой позиции, когда как раз заменял учителей, было понятно, что эта замена будет происходить в течение минимум месяца. Да, как задание ЕГЭ по фото, по предыдущему примеру, очень похоже, так что считайте, и подготовку к ЕГЭ мы уже немножко начинаем. И, в общем, когда я понял, что эта группа будет у меня целый месяц, и нужно, собственно говоря, активно заниматься, я разделил работу в группе. То есть, я их поделил на две части, но можно поделить даже на три. А одни у меня занимались тем, что работали по новому материалу сразу с начала урока, другие отчитывались за домашнее задание. Затем, когда я проверил домашнее задание, сдается задание, соответственно, другой группе, и меняемся, да, то есть те, кто выполняли новые задания, мы проверяем эти новые задания, можем проверить и домашние задания, кто-то у нас идет дальше выполнять другие задания. Так очень хорошо получалось работать, это было очень качественно, можно разделить, как я говорю, еще и на три группы, когда у нас третий, например, работает с обучающими компьютерными программами или другими дополнительными пособиями. Самое главное успевать это все проверять. Да, это очень тяжело физически, потому что у нас за все 45 минут нет ни минуты покоя, и все время мы находимся в напряжении, да, там проверки чего-то, сдавание нового задания, к этим урокам лучше готовиться, конечно же. Чтобы не терять время на то, чтобы придумать, чем же заняться всем освободившейся подгруппе. Но, с другой стороны, это повышает очень сильно КПД таких уроков. То есть у нас все пределы, все заняты, и никто не валяет дурака. Что поможет нам с вами как дополнительное пособие, или как то, что поможет, собственно говоря, в разноуровневой группе, когда у нас есть, например, те, кто сильно отстали и даже не умеют толком читать, не знакомы с алфавитом, со звуками, которые эти буквы могут у нас с вами передавать. Можно использовать тренажер по чтению Елены Русиновой. Очень зарекомендовавшаяся книга. Я думаю, что многие из чата у нас с вами с ней знакомы. Те, кто не знаком, почитайте отзывы. Эта книга действительно заслуживает уважение, поэтому можно совершенно спокойно брать, например, ее. В этом тренажере по чтению буквы и звуки мы можем найти и слова дополнительные, да, для дополнительного чтения, и задания, как в формате, с одной стороны, диктанта, но с другой стороны, они все видят у нас с вами просто картинками, им нужно написать слова. То есть есть время подумать, есть время поразмыслить, но с другой стороны мы четко увидим, какие они слова знают, а какие нет. Да, вот коллеги пишут, а мне очень понравилась эта книга, начала ее применять. Можно использовать для сильных учеников. Кто-то у нас из коллег в самом начале нашей встречи писал, что есть ученики... А, кто автор? У предыдущей книги Елена Русинова. Тренажер по чтению. Вот такая вот желтая обложка. Вот спасибо большое админу, прямую ссылку дали. Можно использовать олимпиады по английскому языку для 8-11 классов Артема Петровича Гулова. Что они нам с вами дают? Когда у нас есть сильные учащиеся, которые быстро выполнили, или те, кто просто быстро выполняет задание и хотят идти дальше, мы можем давать вот такие дополнительные задания, которые займут их время, поверьте, эти задания сложнее, чем есть в учебнике, дают им возможность потренироваться и дают им возможность не валить дурака на уроке. Задания здесь на Use of English, это могут быть и кроссворды, это может быть и на вставку слова. Конечно же, это все будет интересно и полезно нашим с вами учащимся. Дополнительные упражнения материала, которые также можно использовать для того, чтобы насыщать учащихся заданиями, например, тех, которые отстают, или тех, кто, наоборот, сильно бегут вперед. А для тех, кто отстает или же бежит вперед, но в начальной школе, можно предложить также Елене Русиновой абсолютно новую книгу «Тренажер по чтению. Слова и фразы». А там, где мы разбираем уже какие-то известные слова, фразы, грамматические структуры, как, например, здесь it is, it's, it is, is it и так далее.
Все это будет очень полезно нашим с вами учащимся. Опять-таки мы видим, что все проиллюстрировано картинками, что очень сильно упрощают задачи нашим с вами учащимся. И здесь, собственно говоря, задание крайне простое. Сопоставь фразу с картинкой. То есть мы, соответственно, можем и получить, читать их транскрипцию, можем, собственно говоря, проверить их знания. Это, конечно же, очень хорошо нам с вами поможет. Или соедини буквы с соответствующими знаками транскрипции. Тоже очень полезное и интересное задание. Может нам помочь при обучении чтению и пособие Кларисы Акны Кауфман, Марианы Юрьевны Кауфман «Как научиться читать по-английски». Здесь рассказывается интересная история. Кстати, это пособие можно очень хорошо использовать при технологии перевернутого класса. Все это будет крайне полезно. Да, пожалуйста, вот у нас здесь про девочку Аню, с которой занимается Ворон английским языком. Она приехала в Англию. Очень много интересного хочет узнать. Я думаю, что учащихся эта задача сильно это понравится, и они с удовольствием воспримут такой материал. А для учащихся, например, в начальной школе или когда у нас отстающие стали быстро набирать обороты, мы можем использовать «Как читать на 5» книгу Журавлевой и еще ряда соавторов. Здесь есть разнообразные интересные задания, которые также могут выполнять наши с вами учащиеся, пока другие занимаются с тем материалом, который у нас есть с вами в классе. Ольга Юлина пишет, метапредметный портфель для третьего класса действительно предлагает разнообразные интересные задания. Вообще все метапредметные портфели очень интересные, очень полезны. Я также их вам рекомендую. Сейчас я прохожусь в основном по самым последним новинкам, но и про метапредметный портфель тоже. Например, если у нас с вами учащиеся уже в начальной школе или отстающие в средней, старшей школе, хорошо выполнили задание, у них есть время, то почему бы им не дать задание вот такого характера? Читай текст, выделяй маркером название 25 хобби. Используй любой цвет, выпиши название хобби и расположи их в алфавитном порядке от A до Z. Хорошее задание, которое предполагает просмотровое чтение, предполагает, что мы выпишем необходимое название хобби, мы разберемся, что это название за название хобби, и, собственно говоря, распределим все в правильном порядке. Итак, мы с вами постепенно подошли к концу. Я предлагаю закончить все рефлексией и надеюсь, что вы добавите что-то, либо возразите по тем итогам, которые предлагаю я вам. Использование различных приемов поможет наладить работу в разноуровневой группе. Я думаю, что мы сегодня это с вами увидели. Приемов много, какие-то мы с вами кратко разобрали, какие-то более подробно, но пробовать и использовать их, конечно же, нужно, и найдутся те, которые действительно помогут именно в вашем случае. В разноуровневой группе следует дифференцировать материал по уровню сложности, для того, чтобы не было так, что одним этот материал слишком простой, когда мы говорим, кстати, об усредненном обучении, а другим он слишком сложный, и они его не могут, соответственно, выполнить либо в принципе, либо хотя бы качественно. Необходимо привлекать дополнительные материалы, разделенные по уровню сложности. То есть, когда мы используем с вами какие-то пособия для того, чтобы заполнить вот эти пустоты, либо пробелы в знаниях у тех, кто до этого года, до, допустим, прихода вас не занимался как следует английским, или же у тех, кто слишком быстро выполняет остальные задания. Необходимо эффективно использовать подход организации работы в малых группах. Это очень хорошее подспорье, это подспорье для больших групп, для разноуровневых групп. Я думаю, что вы сегодня это хорошо вместе со мной увидели. И пару слов, прежде чем мы перейдем к выдаче сертификатов, я расскажу, как их получить, о новинках. Вышли проверочные работы, тренировочные тесты с 5 по 10 класс у Кирилла Павловича Словохотова. Очень хорошее подспорье,
Когда нам нужно, это, во-первых, подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, и также хорошее подспорье, когда нам нужно определить уровень подготовленности учащихся именно в данном классе, чтобы увидеть, с чем они справляются, с чем они не справляются. Это может быть хорошая итоговая контрольная работа, это может быть входной тест после длительных каникул или же после лета. Пожалуйста, можно использовать. Я думаю, что это будет интересно. Для репетиторов просто незаменимый материал, когда к нам приходит новый ученик и нам называют какие-то проблемы, а мы хотим убедиться, а есть ли такие проблемы, или же они немножко выдуманные или преувеличенные. Тоже можно использовать эти тесты. Поэтому всем рекомендую. Самое интересное в них то, что они разбиты по уровню сложности, по классам, и нам не нужно никак адаптировать, либо искать что-то другое новое. Также есть критерии. В общем, обратите внимание на очень интересные новинки от Кирилла Павловича Словохотова. Он всегда пишет хорошие, качественные книги. Также у нас появились олимпиады по английскому языку для 5-6 классов, 7-8 классов. Конечно же, у Артема Петровича Гурова. Конечно же, олимпиады по английскому языку для начальной школы. То есть мы их можем использовать как какие-то тестовые задания. Мы их можем использовать для подготовки к олимпиадам. Мы можем проводить свои олимпиады на базе этих пособий и не придумывать велосипед. Также мы, конечно же, можем использовать зарекомендовавшие себе с хорошей стороны книги Use of English для 8-11 классов. И мы можем использовать также новинку олимпиады по английскому языку для 8-11 классов Reading, как для подготовки, так и для проведения самостоятельных олимпиад в школе. Все это можно найти у нас в интернет-магазине. Помимо наших книг, вы можете найти книги наших партнеров, и игры, обучающие программы, карточки, плакаты, электронные книги. У нас сейчас появилась огромная библиотека художественной литературы с озвучкой в разных вариантах. Все это электронные книги, интересные, полезные, поэтому обратите на них внимание. Все книги, собственно говоря, по художественной литературе озвучены. И, конечно же, ссылки это на наш интернет-магазин, на форум englishteachers.ru. Очень много интересного у нас происходит. Мы также присутствуем в социальных сетях, поддерживайте там нас, ставьте лайки, пишите комментарии, очень мало почему-то комментариев. Пишите то, что вы хотите, про что вы хотите прочитать, или что вам нравится, что не нравится. Мы на это очень чутко реагируем. Поэтому всех приглашаю. И, конечно же, обратите внимание, у нас сейчас проходят онлайн-тренинги. Да, они платные, но плата небольшая. Пока что проводит их только Алексей Васильевич Конобеев. Я думаю, в дальнейшем мы увидим и много других лекторов. Там все будет очень интересно, очень полезно. И, собственно говоря, там примерами идут не только наши пособия. То есть нет каких-то определенных привязок. Плюс это все-таки тренинги. Так, спасибо большое за такую важную и ценную информацию. Всегда пожалуйста. Хорошо, сейчас я вам дам, вот, спасибо большое админу за расписание онлайн-тренингов. Сейчас я вам дам слайд о том, как получить сертификат. Вот, пожалуйста, он перед вами, да, как получить сертификат, напечатанный сертификат, 3 шага. Бесплатные сертификаты у нас все так же даются в электронном виде, сейчас мы вот, то есть, если нам нужен только электронный сертификат, мы остаемся на первом шаге, то есть, получить электронный сертификат для этого, сейчас вернусь к вам в чат, нужно скопировать код из чата и пройти по ссылке, которую я вам сейчас дам, получить его и, собственно говоря, на этом остановиться. Если же нам хочется получить еще и распечатанный сертификат, то по электронной почте отправьте полученные электронные сертификаты, заявку в свободной форме на получение печатного сертификата на scanx@englishteachers.ru. В заявке укажите полный почтовый адрес для доставки печатного сертификата, и по электронной почте вы получите счет на 150 рублей. После получения оплаты вам будет выслан сертификат по почте. То есть электронные сертификаты все так же бесплатные, но появилась возможность получить распечатанный сертификат со всеми необходимыми данными, все так же, с тем же самым номером, с печатями и всем остальным, то есть тот, который я показал вам на предыдущем слайде. Да, вот, пожалуйста, он перед вами.
Хорошо. Надеюсь, что вам все понравилось. Если есть вопросы, то задавайте. Если нет вопросов, значит, тоже все хорошо. Нам под конец все-таки стало аж 78 человек. Я очень рад снова с вами общаться. Да, вы могли заметить, что был небольшой перерыв. Очень рад нашим с вами встречам и приглашаю вас на все остальные и свои, и своих коллег в вебинары. Будет интересно, не пропускайте. Хорошо, спасибо большое, всего доброго и до новых встреч.